Россия. 21 век. Вот так сейчас строят торговые центры. Здравствуй, обманутый россиянин. Вот. Строит объект, торговый центр с помощью воды. Набираем воду на козлике. Все как мы любим. Вот. Вот так добывается вода. Ну зачем? Зачем нужны эти насосы? Зачем нужна эта строительная техника? Ну зачем? Если есть горлышко от пластиковой бутылки и козлик. С портативными насосами, шлангами и хомутами. Все как мы любим. Строится торговый центр 21 век Россия. Набирается вода для осуществления работ. Вот, работы идут полным ходом. Лейка, портативная лейка 21 века, которая аналогов нету. Вот. И мастер набирает воду через лейку. Не-не-не. Это не мастер набирает воду через лейку. Это ж Россия. Это акваинженер поддерживает непрерывный водный баланс. Согласно строго регламентированным процедурам. Единственный подход к крану на рабочем объекте торгового центра. Город Ставрополь. Ракету «Сармат», которая взорвалась в шахте на полигоне Плесецк во время заправки. Я так понимаю, заправляли по такому же принципу.